Та-да-та-да-там-та-да-там. Максим, какой сегодня день? Четверг. Все верно. Смотри, четверг. Уже хочется радости какой-то. Ну, я все понимаю. Это что ты с собой взяла? Я хочу на карнавал. Как договаривались, перья взял? Я не знаю, с кем ты, Алена, договаривалась, но если бы я поехал на карнавал, я бы взял учебник истории как минимум, потому что карнавалы уже далеко в прошлом. То есть ты считаешь, что это не современное развлечение? Получается так, Максим? Современное развлечение, Аленушка, это смотреть вечернюю вятку с 5 до 6. Это верно, но так хочется праздника. Да, хотя бы в этот четверг. Так что, друзья, берите с собой погремушки и танцуйте. Та-да-та-да-там, та-да-там, та-да-там, та-да-там. Ну, такая что песня, да, там другая. Доброго вечера, друзья! А вот и она, вечерняя вятка, на ваших экранах. Мы в прямом эфире, Максим Кропотов. И замечательная королева этого эфира. Не помните, но... Карнавала! Этого карнавала, это эфир, карнавала эфиров. Алена Милина и антикоронавирусное шоу «Вечерняя вятка», где мы заражаем вас хорошим настроением, позитивными эмоциями, знакомим, ну, по моему мнению, с наикрутейшими людьми этого мира. О, вот даже так? Вот так вот. Также к нам приходят наши коллеги, радуют вас, радуют нас, радуют глаз. Вот так вот. Радуют вас, нас и глаз. Да, все верно. Ну что, сегодня 30 июля, четверг, и знаете, если честно, когда вы 4 дня работали без устали, да, хочется уже в четверг какого-то легкого карнавала, легкого какого-то праздника. Поэтому, друзья, не отказывайте себе ни в чем. Смотрите вечернюю вятку на полную катушку, на полную громкость. Да, и отвечайте на наши вопросы, и за это будете получать подарки. Где нужно отвечать на вопросы, расскажет Алена Милина. Она в этом спец. Я хочу сначала задать вам вопрос вечера, который мы сегодня будем Опять обсуждать. Меня не послушала. Что ты все не по моему плану делаешь? Ладно, рассказывай вопрос. Потому что у меня есть свой план, который я считаю, что очень важен. Во-первых, тема вечера, вопрос вечера. Это какой атрибут вы бы взяли с собой на карнавал? Вот мы решили вам сегодня поднять настроение и подумать, если вы в городе Кирове, у нас проводился карнавал, то что такое непременно нужно взять с собой? Бразильянок. Почему бы и нет? Вот, они шарят в карнавалах. Где нужно отвечать? Ты сейчас об этом скажешь? Вот сейчас самое время. Yes. Группа ВКонтакте, девятка ТВ Киров. Заходите туда. Пост с прямой трансляцией уже там. Именно под ним, в комментариях вы можете писать, во-первых, ответы на свои на этот так. вопрос. Да? Во-вторых, можно просто передавать приветы, поздравления, все что угодно. Мы все прочитаем в прямом эфире. Кому нужно, отправим поцелуйчики, приветики, все, что хотите. Ну, а также традиционно к нам в студию приходят гости, и там же, в комментариях под прямой трансляцией, вы можете задавать вопросы нашим гостям, почему бы и нет. А если вдруг вы захотите задать вопрос нам, причем не в виде напечатанных букв, вы можете взять трубочку телефона. Возможно, это стационарный, возможно, это сотовый, возможно, еще какой-нибудь. Мобильный. А сотовый и мобильный – две разные вещи, да? Сотовый. Ты решил, что это разные. Да, вот. И набрать нас по номеру 35-14-04. И вот спросить с нас, вот как говорится, за все. Если вдруг вы хотите, также можете рассказать, как прошел ваш день. Передать привет, кого-то поздравить. Понимаете, что ваши поздравления услышит вся область. Да, и вас даже за пределами галактики. Ну что, друзья, все явки, пароли мы вам сказали, поэтому пишите, общайтесь, смотрите. Ну и самое главное, какой же карнавал, какой же вечер четверга без музыкантов? Обязательно никакой. Вот, а если они есть, значит будет ура, ура, ура. Смотрите, кто сегодня заглянул к нам на вечернюю вятку. Дамы и господа, встречайте сегодняшних гостей вечерней вятки. Александр Соковец, Андрей Урванцев, эстрадный дуэт «Рио». И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашим гостям. А вот и они! Ура! Здравствуйте!
Здравствуйте, как настроение у вас? Здравствуйте, друзья. Все очень замечательно, все отлично. С чем связано вот отличное, замечательное настроение у вас? А с вами. Познакомились, вы цветете, мы стали вдвойне цвести. Мы цветем? Ну, главное, что не пахнем. Благородно пахнете. Ну да. Слушайте, дуэт Рио. У нас сегодня тема карнавал, да? Какой атрибут можно взять с собой? Почему-то мне показалось, что именно вы те люди, которые могут сегодня завести этот вечер, да? Любите карнавал? Саша, постараемся, да? Сделаем. Все, что можем, сделаем. Я думаю, что вам даже стараться не надо, потому что вы сразу видно талантливые люди. Спасибо. Итак, расскажите, пожалуйста, о себе. Вот как организовался такой замечательный дуэт, как Рио? Ну, скажем так, изначально название было «Рио Рита», и часто нас подкалывали, кто из вас Рита? Нам это немножко не нравилось, но было весело. А ребрендинг был в 2015 году, Рио по-испански, мы занимаемся, сейчас очень много занимаемся итало-испанской музыкой, поем. И Рио по-испански означает «река», символизирует неукротимую энергию течения творчества. Чего наплел, не знаю. Как будто. В общем, Рио, короче, Рио звучит интересно, пишется латиницей. Кажется, что Рио – это все какой-то праздник, фейерверк, да? Карнавал, да? А? Как в тему? Расскажите, а почему вы выбрали именно вот такой стиль музыки, вот как вы сказали, с испанскими мотивами? Ситуация такая, что мы, в принципе, начинали с традиционного джаза, босановые, да, что такое. То есть мы не пели, пели как бы для друзей. Вы знаете, там, от старых друзей весточки нет, что-нибудь так спеть, так порадовать. Они спели мне песню о любви, там. А потом стали, я поступил учиться в 2008 году, и не на гитару, как многие удивились, а на вокальное отделение. Здесь учился 4 года в нашем колледже, закончил сольное академическое пение, и, естественно, там уже мозги встали в другое русло, пошел в другой репертуар. Не только рок, он как-то там остался для друзей, на кухне серьезная классика пошла, романсы, арии и прочее, и как-то вот так, и дошли мы до испанского репертуара, до итальянского, ну, мы занимаемся эстрадой. И сейчас тоже друзей тоже начинаете потихонечку, друзья начинаете прививать любовь именно вот к этому. Ощущение, что все любят испанщину, все любят итальянщину, да? Вот наши родители у нас дома звучало там «Мама Мария», как минимум, что-то там «Феличита», что звучало еще, «Козе Сей», там такие известные композиции. Дома, то есть у вас с детства вам привита любовь к музыке? За себя скажу так, может, Саша что-то дополнит? Александр? Родители всегда пели. Ну, не «Козе Сей», а там русские народные, там, белорусские народные. Песни. Мама пела, папа, ну, а я им подпевал. Ну, это, естественно, очень как так сближает семью. Не знаю, сейчас, может быть, такая традиция уже прошла, но возрождать нужно это обязательно. Так что вот, наверное, так. Расскажите немного, как вы пришли к тому, что вы дуэты познакомились, да, вместе шли, потому что дуэт – это же непросто. Это же нужно спеться, сыграться, да? Конечно, если ссоришься, то только он, только я. То есть, как бы барабанщик или басист мне скажут: ребят, перестаньте, давайте там это самое. То есть нас двое, знаете, сейчас спорились за кулисами, сколько мы знакомы и как мы познакомились. Я говорю, что мы знакомы с 2000 года, где-то с лета. Вот. А Саша говорит: нет, я тебя в 99-м еще где-то видел. Ну, в общем-то, лет 20-то мы знакомы. В плане творческом уже, я думаю, что работали. А получилось... Ситуация, что Саша как-то остался без работы, и как-то вот так было, я его встретил. Слушай, а ты это играешь, да, это знаешь, да. Слушай, а тебе нравится вот такая музыка? Я говорю: да, слушай, может, поиграем, давай разик порепетируем. Мы порепетировали, и на раз, поскольку человек уникальный, все слышит, все играет. Фактически, ну, если сегодня будет ситуация, чтобы убедить телезрителей, сможет ли он что-нибудь сыграть, на раз постараемся. Я, в принципе, тоже все это сразу вот... Ставится на раз, быстро там, особо не задумываясь, что как. Он накладывает, и у нас сразу буквально за какое-то количество времени получилось достаточно много репертуара. Там отделение на 2. Мы хотим сказать, что еще в те годы уже многие работали под фонограммы. А мы как-то все упорно играли «Живаго», как называется, да? Угу. Было что, 2 часа? «Живаго» — это слово «вживую». Конечно. Интересное такое, да, название. То есть, как «вживую» мы играли, не используя принципиально никакие фонограммы. Представляете, сколько вот это вот, скажем так, одно деление на 45-50 минут, и нужно в памяти держать очень много информации. Ну, тоже не использовали. Может, Саша некоторые ставил, особо сложно. Я все на память так старался делать. Но вот эти пальцы...
ко второму отделению, к третьему начинал уже сводить. Я скажу серьезно, судорога, потому что это прижимать очень долго, это нереально. А Саша мне рассказывал, что мы стали работать с тобой в дуэте, и у меня стали болеть губы, и потом эти флоты. Нет, они просто, знаете, стали тренироваться, и потом уже два отделения, то можно спокойно уже, как говорится, объясни, почему. Вытянуть. Не всем понятно, что саксофон не очень простой инструмент. Нет, ну, надо дуть. Надо же дуть, да, это пресс, это дыхательная система, это амбишур, конечно же. Что, простите? Амбишур. Я это почитаю, это, что это квадратная мышца, да. Лица, да? Конечно, это все. И, в общем, это не зря, это мне и в жизни пригодилось потом. Угу. То есть сейчас вот вы сходу можете там пресс за минуту раз 60. А, пресс? Давай подержи саксофон. Да я не. Мы верим, что там пресс. Нет, я имею в виду, видите, тут... Ну, Саш, смотри. Дыхательная система, ну... Уже я учился уже на вокале, все тоже как вроде поем, и попробовал, да, подудеть, как говорится, поиграть. Продуть одну ноту. Я не смог. Как нужно дуть, я не знаю, вроде силы все есть. И вот не получается. Там какая-то хитрость, да. Есть, как прижимается. Сила есть, воля губами. Есть, а сила воли. И вот 2-3 часа вот так вот постоянно выдувать какие-то звуки в эту железяку, это очень тяжело, поверить. То есть вы не сможете поменяться инструментами? Ну, я думаю, что на гитаре наиграет любой из встречных, что-нибудь да поставит, сыграет, а вот на саксофоне... Ну, один звук, пас. Если хотя бы один звук. Ну, один звук, да. Как у паровоза. Да, да. Я думаю, ты сможешь. Что, давайте, чтобы не быть голословными, мы послушаем. Да, немножко сыграем, а я предлагаю всем телезрителям, пока готовятся наши музыканты, открыть группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» и, во-первых, написать на вопросы вечера, звучит. Так, какой атрибут вы бы взяли на карнавал? Давайте пофантазируем, чтобы вам поднять настроение. Ну и, конечно же, задавайте вопрос нашим музыкантам. Дуэт «Рио» сегодня в нашей студии. Давайте послушаем. Сыграть немножко. Сейчас заведемся. Начало вечера. Скажите, пожалуйста, а если, я знаю, что есть в группе ВКонтакте дуэт «Рио», да? А в ТикТоке вы есть или еще нет? Нет. Ох, пора бы. Ребята, мы возможно, вам советуем. Возможно, пора бы, да. Вполне возможно, что у вас там ждут 1000 подписчиков, потому что мы, друзья, теперь каждую неделю выходим на улицы города для того, чтобы проверять ТикТок-челленджи. И на этот раз наш корреспондент Алексей тоже решил проверить всех наших жителей. Ну что, смотрите. Киров, привет, с вами Алексей Власов, и сегодня мы снова будем проверять самые популярные челленджи из ТикТока. Поехали! И мы сейчас с тобой повторим один из самых популярных ТикТоков. Я тебе его сейчас покажу, что мы будем делать. Смотри. И нужно поймать бутылку. Давай! Красавчик, поймал. 3, 2, 1. Слушай, ну это очень легко. Как думаешь, удалось нам повторить челлендж? Ну, пару раз получилось все-таки, но нормально. Мы сейчас будем пытаться с вами повторить один из самых популярных челленджей.
У меня осталось два на выбор, я вам предложу. Что хотите, с бутылочками или со стаканчиками? А давайте тогда лучше со стаканчиками. Со стаканчиками, хорошо. Девчонки знают толк. Итак, я вам сейчас его покажу. Смотрите. Сейчас я найду его. Что мы будем делать? Только вот у нас сильный ветер, мы будем перепрыгивать через стаканчики. Начнем с самого простого уровня, возьмем для начала всего лишь 6 стаканчиков. Девчонки, готовы? Просто перепрыгиваем сверху. Все, очень просто. Давай, если что, мы тебя ловим. Все, легко. Теперь пробую я, вдруг у меня уже не получится, и мой челлендж это не повторим. Но что-то мне подсказывает, что у меня получилось. Итак, берем еще 6 стаканчиков. Уровень номер 2. Все. Давай. Если раздаешь, ничего страшного. Ну, будем считать, что получилось. Да-да-да-да, все хорошо. Я, если что, тебя буду ловить за руки, давай. Ну, вот у нас первая неудача. Спишем это на каблуки. 3-2, раз, поехали. Даже слишком легко, я бы сказал. Итак, девчонки, третий уровень, 18 стаканчиков. Все, так, давай. Можешь не стесняться прямо. Если не чувствуешь, что не допрыгиваешь. О-о-о. Давай скорее, пока ветра нет. Я же говорю. Не пошло. Ничего не получилось. Так, вы в меня не верите, да? Нет. Я не перепрыгну. На что спорим? Ну, давай на щелбан. Все, спорим, разбивай. Так. Я говорю, что я перепрыгну, девчонки в меня не верят и говорят, что я не перепрыгну. Итак, вы готовы? Девчонки, идите сюда, вставайте. Держите. Вы проиграли. Сейчас мы наблюдаем, как Алексей пытается расставить стаканчики, но у него ничего не получается. Но не перепрыг... Вика, все, твой щелбан, ты проиграла. Ну что, проиграла? Нет, ну я как истинный джентльмен не буду тебе ставить, конечно, щелбан. Хорошо. Смотри, мы с тобой сейчас повторим один из самых популярных челленджей. Я тебе сейчас его покажу, и ты поймешь, что нужно делать. Все понятно? Да. Ну что, ты готов попробовать свои силы? Давай попробуем. Итак, поехали. У нас все подготовлено. Начинаем. Так, только сейчас, чтоб... Ну что, почти получилось. Итак, сейчас попробую я это повторить. Как думаешь, у меня получится? Ну, 50 на 50. 50 на 50. Я тоже, на самом деле, друзья, не очень верю в свои силы, но мы, тем не менее, попробуем повторить этот челлендж. Пробуем. Почти, почти. Буквально на несколько миллисекунд бутылка устойчиво находилась горлышком на плитке, но потом, к сожалению, все пропало. Дорогие друзья, это просто нереально. Мы честно пытались, но у нас ничего не вышло. Друзья, наконец-то мы проверили эти тиктоки, несмотря на все неурядицы с погодой, и мы смогли это сделать. Если вы хотите, чтобы мы проверили ваш челлендж, присылайте его к нам, и мы обязательно его повторим. С вами был Алексей Власов. Пока. Это «Вечерняя Вятка», прямой эфир, у нас в гостях дуэт Рио, а это значит, что сегодня будет и музыка, и много веселья, и, конечно же, у нас есть вопросы, которые вы задаете в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», за это сегодня получите подарок, да. Самый интересный, самый важный, конечно же, мы сегодня одарим. А вопросов уже насыпало немало, поэтому давайте читать. Поехали, да. Что важнее, спрашивают, творчество или финансовая сторона? Вот сразу с таких вопросов задают. С места в карьер. Кто отвечает? Отвечает. Значит, Саша, ты отвечаешь. Но я считаю, что все-таки творческая сторона, потому что если бы не творческая сторона, так и денег бы не было. Вот. Понимаете, все-таки в музыку идут люди, которые безответно любят, конечно, это. Альтруист. Искусство. То есть, как бы, если мне не нравилось, не любил бы я это, и не получалось бы у меня, так я бы, наверное, ушел бы в депо, вот, дровогонное. Ушел бы работать туда слесарем. Скажу скромно, но не будем лукавить. Многоточие. Угу. То есть, как бы, не бесплатно же. Вот такой ответ. Видишь? Конечно, прежде это... Творчество. Конечно. А уже потом... Потом уже еда. А потом уже навалят уже столько, что...
Это точно. Денис Шибанов задает вопрос. Где учились играть на саксофоне и кто ваш любимый исполнитель? Секундочку. Ну, любимый исполнитель... Олег Бутман, конечно, мне он очень нравится. Я еще его в первый раз увидел по телевидению в 80-е годы. Он такой маленький, яркий, шустрый такой. Вот. А учился я в нашем колледже. Раньше было Кировское училище искусств. Я, кстати, первый выпускник, саксофонист джазового отделения нашего. Ого. Значит. Ага. И преподаватель у меня был Чевтаев Эдуард Григорьевич. Он знаменит тем, что он великолепный музыкант, саксофонист тоже, значит, он родом из Челябинска. Вот, и как бы вот, наверное, может быть, что-то это вот такое вот передалось мне. Я очень люблю этот инструмент. А попал на этот инструмент совершенно случайно. Поступал в училище искусств, хотел быть барабанщиком. А получилось так, что он на инструмент. Я его в первый раз, как говорится, увидел. И получилось. И любовь была с первого взгляда. Ведь. Его и легче носить, чем барабаны. Да. На секундочку. Конечно. Я тоже так выбрал. Карманный поэт написал нам целый стих. Хотел один на карнавал, о нем супруге не сказал. Но черт стоит мой, в кавычках, атрибут, уже в дверях одет обут. Вот, видимо, кто-то у него как, собрался я из него. Если бы я жену назвал атрибутом, не только у меня бы такой карнавал устроили. В кавычках. Маракасы предлагают взять с собой. А почему нет? Это на так. Карнавал. Шапку с перьями, как у Киркорова. Вот и Киркорова. Вот. Вместе с ней. Взяли бы с собой венецианскую маску и шили бы потрясающую мантию. Вот так вот. И дуэт Рио, классный дуэт, пишет нам Анастасия Перминова. Молодцы! И сердечки вам очень посылают. Очень приятно, спасибо. Спрашивают также, а может ли быть саксофонист еще и вокалистом? Ну вот, пожалуйста. Саша, расскажи. Ну, вот я и песни еще могу петь. Ну, правда, недавно начал петь. Вот, но мне очень компетентные люди меня так порадовали, сказали, что ты можешь петь, Саша. И я после 4 занятий так резко убежал с уроков и стал петь. Вы как кот Матроскин, а я еще и на машинке умею. Ну это же ведь все рядышком. Нет, у Саши... Саксофон, гитара, вокал, это как-то все... Я думаю, все что рядом. Там наоборот, вопрос такой, был с подвохом, ведь на саксофоне играешь ртом, как петь, а не к этому, наверное, тут кто-то пытался. Ну как делал Серов, он же когда изначально эстрадный, да? Исполнитель, он же саксофонист. Да, он пел. Он сначала ведь саксофонист. Пел, а потом играл соло своих же песнях сам. Было здорово. А потом уже оставил его в стороночке, понял, что это уже как бы лишнее. Вот такой вот вам ответ. А я думала, специально для этого есть гитарист, потому что, если что, вдруг на гитаре, а вы поете, все прекрасно. Потом наоборот. Потом наоборот. Ну, у Саши хороший голос, и данных вокальных хороший очень. Это я скажу, как сказать, Саш, ну не как пора. Специалист, да, скажу, как друг скажу. Что как человек с образованием, ну, вокально. Ну, пора бы уже и пора иметь уже голос. Вот, еще спрашивают Денис Шибанов, а в СССР же джаз был запрещен, так или нет? Да что вы, нет, конечно. Вот, значит, я поступил в училище в 78 году, 79-го у нас уже существовал джазовый оркестр. В училище искусств. И все в порядке. Ну, да. Насмотрелись своих стиляк. Да, да. Было все великолепно. Я не знаю, было все очень хорошо. Все приветствовали джаз, любили. Ну, вот так. Ну что, я предлагаю сыграть в игру. Да, давайте сыграем в игру. Ну что, есть у нас такая замечательная игра. Игра называется «Песня на ситуацию». Ну тут скорее музыка на ситуацию. Да, можно и так. То есть ваша задача, мы говорим вам ситуацию, а ваша задача некий такой саундтрек придумать, чтобы это могло сходу. Быть. Какая музыка бы подходила к этому замечательному, может быть, в общем, замечательному нужно событию. Эмоциональную составляющую этой ситуации. Попробуем, попробуем. Давай. Поехали. Готовы? Да. Ну что, когда в городе проводят карнавал? Когда цветы? Давай. Так, что-то интересное. Итак, когда в городе проводят карнавал? Звучит вот это. Ta 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 ta
Швейцарские маски пошли, маракасы собираются. Я не знаю, как вас остановить. Ну что ж, давайте следующую ситуацию. Ситуация еще есть. Настал сезон дождей в Кирове. Актуалочка. Мы сейчас, наверное, Саша исполнил. Летний дождь. Да? Летний дождь. Ну давай. Summertime. Да? Summertime. Я думал, другое сыграешь. Ну да, ну так что, ну пожалуйста. Итак. Ну пожалуйста. Давай. Чейруба. Дай фразу мне одну. Итак. Все, поехали. А, настал, в Кирове настал сезон дождей. Дождики. Поехали. Да. Ты начинаешь? Все полюбили дождь. Мя, такую красивую музыку. Вы, наверное, не знаете, и вы, скорее всего, даже не слышите, но у нас на всем этаже стало тихо. Все начали слушать. И пошел дождь. И пошел дождь из слез. Радость. Интересно, а что бы вы сыграли, если бы узнали, ну, оказывается, сегодня, 30 июля, отмечается День чизкейка. Праздник, праздник, да? Живота. Подумайте пока, потому что прямо сейчас мы посмотрим сюжет. Оказывается, нужно правильно выбирать чизкейки. И для кого, и откуда пошел этот десерт, все вам расскажем. А сразу после вернемся. Чизкейк буквально переводится как «сырный пирог». Оказывается, его рецепт придумали еще до нашей эры на острове Самос. Его также подавали на первых Олимпийских играх. Интересно, сохранился ли тот самый вкус побед и до наших дней? С тех времен и до наших дней сохранился главный принцип. Состав чизкейка должен быть минимальным, а ингредиенты – натуральными. Самый главный основной ингредиент – это сливочный сыр. Он должен быть в любом чизкейке. Обязательно сахар, яйца, сливки, возможно, использование, и корж. Десерт получается легким, сливочным. Именно за это миллионы сладкоежек влюбляются в чизкейк с первой ложечки. Так произошло и у Надежды. Теперь это стало делом ее жизни. Первый чизкейк, который я пробовала, меня угостил мой муж Иван. Он приготовил его на 14 февраля. Раньше я чизкейк не рассматривала как десерт, вообще его не пробовала никогда. Поэтому для меня идеальный чизкейк, вот этот вот первый чизкейк от мужа. Правильный чизкейк влюбиться легко, не замороженный, с гармоничным вкусом, без красителей, тает во рту. Наполнителей у чизкейка может быть великое множество. Главное выбирать натуральные. Определить ту самую натуральность невооруженным глазом может сделать каждый. Фисташковый такой немножко грязного зеленого цвета, потому что в составе натурально перемолота фисташка. И
где-то в других заведениях, магазинах на это можно обращать внимание. Фисташковый чизкейк не должен быть ярко-зеленым. Это уже говорит о том, что используются какие-то красители. А чизкейк кокосовый, в составе используется кокосовая мякоть и кокосовое масло, которое застывает при температуре 24 градуса, и он, соответственно, сам по себе плотнее. То есть кому-то нравится вот такая структура, чтобы он чизкейк был поплотнее, кому-то понежнее. А кто хочет серединку, тогда классический. В домашних условиях сделать чизкейк непросто, да и дорого. Тем более, что получится у вас только один вкус. Гораздо интереснее собирать конструктор. Если хочется попробовать разные вкусы, то можно собирать коробочки, выбирать там 2, 3, 4 вкуса, либо собирать на праздник, можно целый чизкейк и для компании угодить разным вкусовым предпочтениям. Кому-то нравится фисташковый, кому-то шоколадный. Переживать за фигуру любителям чизкейков не стоит. В десерте хоть и есть калории, но если сделать чаепитие с ним как праздник, то получить максимум удовольствия можно даже от одного кусочка. В общем, вот это. У нас в гостях дуэт Рио, они сейчас совещаются и выдадут нам, какая же песня, какая же музыка подходит, например, к дню чизкейка. Это уже третья версия, что подходит именно вот это произведение. Так. Попытаемся сыграть. Опять же, все как бы на покушал, раз подряд, да. Настроение сразу стало хорошее. Да. Правда? Подходит, отлично подходит, идеально подходит. Ну что ж, это был трек не только, кстати, к дню чизкейка, а также и к тому, чтобы вы писали нам еще комментарии, потому что мы их ждем в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», также рассказывайте, какой атрибут вы бы непременно взяли на карнавал. Вот у нас есть вопросы, Дмитрий Фоминых, Алена, Максим, ребята за кадром, всем привет! Вопрос музыкантам. Видите ли вы свое исполнение в сочетании с современной электронной музыкой, особенно с саксофоном? Кстати, многие музыканты это успешно практикуют. Ну, то есть какую-то электронную версию добавить. Ну, а конечно, можно. Видите, потому что как бы я немножко владею же вот импровизацией, то есть, а там же как раз практически и используется импровизация. Там очень такая легкая, такая очень простая тема, а потом как бы саксофонист разукрашивает да, ее. Ведет, так сказать, музыкой. Свою импровизационную линию. Ну, то, что он наиграл, что он умеет, то, что вот у него в данный момент что-то там возникло. То есть, как бы, я как-то, был у меня один опыт, это было в одном, в молодежном вечере, клубе где-то, и очень даже успешно, там все девчонки визжали, вот я помню. Ну, то есть, вам включи вам биток, ну, вы в любом, вы там разукрасите его. Могу. Вот так. До визга женского, вот так вот. Довести девушку до визга, это дорого стоит. Как часто вы выступаете на улицах нашего города? Знаю, что у вас есть многолетняя традиция, расскажите о ней. Достаточно часто, да? Вот эта весна планы внесла коррективы, да, планы испортила. У нас не было ни 1 мая, ни 9 мая. А так, вы знаете, традиция. Как-то вот был джаз-клуб на Московской, 33, там многие музыканты работали. Мы там с Сашей тоже познакомились. Я там 5 лет отработал в свое время. И все ребята выходили на улицу, как называлось тогда, играть на штырке. Открывали кейс и, пожалуйста, покупайте билеты в свободной кассе. Никто вас не просит, проходите мимо. Или если нравится, нравилось. То есть там был состав у нас тогда... квартет, да и больше было даже людей. А со временем как-то мы вдвоем с Сашей стали выходить, года с 7-го, с 8-го, да, уже в нашем составе. Мы в 7-м году стали работать дуэтом. И вы знаете, и у джаз-клуба, это напротив МГУА было событие, а потом, где базируются советские художники у нас, наши выставляют картины. То есть там был кафе «Полянка» в свое время когда-то. Вот здесь такое наше место было. Вы там просто открывали кейс. Ну, так вот, знаете, да. Но я хочу сказать, что были очень во всех отношениях
радужные, богатые времена, то есть это окупалось лихвой. Мы исполняли все. Также точно подходили, слушай, а вот эту можешь песню про кота? Ну какой у тебя про кота? Черный кот? Нет, кота меня ты позовешь. Я шучу, да, это анекдот такой есть. Ну, играли все, абсолютно. То есть, если к вам подходили, сыграйте что-нибудь из шансона, там, цеповал. Вы такие, нет, 500. Скажем, нет. Как-то люди видели, что играем музыку с именем, то есть композиторов, ну, джазовые стандарты, не просто что-то такое обыденное. Хотя знаете, какие благодарные, да, в 9 мая, это правда? Очень много военной программы звучало там, то есть все, что известно, песни, все. В принципе. И там можно было увидеть одноклассников, друзей-музыкантов, с художниками пообщаться. Такое единение душ, ну здорово было просто. Однажды нам художники подарили картину. Саша, скажи сейчас ты. Да. Просто они вот от себя подарили нам картину. А дело было на 1 мая, они нас увидели, один художник. Он нарисовал и 9 мая презентовал. Там три кота. А он рисует котов. Один кот на саксофоне играет. С саксофоном стоит, другой играет. Кот, значит, с гитарой. Пушистый такой с гитарой. И кот с тамбурином. С бубном. Перед нами гитара, мой кейс, фирменный лежит, значит, все, там деньги нарисованы, прочее. Мы так были в радостном шоке, очень удивились, спасибо огромное, конечно. Породнились уже, можно сказать. Да. Там где сейчас, в каких улицах вас можно встретить, что послушать вашу музыку? Я недавно играл вот несколько раз в Александровском саду. Так что милости просим, я человек очень демократичный, могу и на улице. Вот. Не считаю зазорным, если человек умеет играть, а почему бы и нет. Ну, все можно правильно. Ведь и на сцене. Нужно делиться своим творчеством. Обязательно, обязательно. А не сидеть там в кубышечку там. Вот я вот только вот для себя играю, там все. Нет, конечно только же. Только за денежку клубы идут и все. А там тоже очень все демократично. Если хотите, положите денежку, если не хотите, не положите. Так, давайте еще один. Еще есть комментарий Галины Варсегова, чтобы она взяла с собой на карнавал загадочную маску и фляжку. Вот так вот, друзья. Ну что, мы еще обязательно насладимся замечательными вот этими вот напевами, музыкальными мелодиями от группы Рио. Прямо сейчас они будут готовиться к тому, чтобы исполнить для вас потрясающую мелодию. Ну а прямо сейчас смотреть сюжет, это будет наша рубрика «Лаборатория. Очередные эксперименты». Всем привет! Это «Вечерняя лаборатория». Наступило лето, жаркие деньки, хочется гулять, но иногда нам все портит дождик. И мы сидим дома и не знаем, чем себя занять. А особенно мы не знаем, чем занять своих детей. Сегодня я покажу вам несколько иллюзий и фокусов, которые помогут вам хорошо провести время со своим ребенком. Давайте начинать! Для начала можно удивить своего ребенка занимательными иллюзиями, показав ему несколько картинок. Сейчас я тоже вам покажу несколько картинок, а ваша задача мгновенно ответить, какая из линий длиннее. Давайте начинать. Какая из двух линий длиннее? Какая из двух горизонтальных линий длиннее? И какая из двух горизонтальных линий длиннее? Получилось ответить правильно. На самом деле все эти линии одинаковые, и сейчас я вам это докажу. Для этого нам пригодится линейка. Замеряем первый отрезок. Он равен 10 сантиметрам. И теперь замеряем второй. И он тоже равен 10 сантиметрам. Переходим к следующему рисунку. Замеряем первый отрезок. Он равен 5 сантиметрам. Немножко переезжаем. И этот отрезок тоже равен 5 сантиметрам. Простая оптическая иллюзия. Третий рисунок. Наша линейка на первом отрезке показала 6 сантиметров. И на втором она показывает тоже 6 сантиметров. Вам кажется, что первый отрезок немножко длиннее другого, только из-за того, что рядом с ними находятся большие и маленькие фигуры. Ну что, давайте продолжать. Забавная иллюзия. На самом деле все очень просто. И своего ребенка можно удивить таким занимательным способом. Сейчас объясню, как его сделать. Рисуем обычный квадрат 10 на 10 сантиметров. Дальше квадрат разбиваем на 4 части, то есть на 4 маленьких квадрата. Один из квадратов делим на 2 треугольника. А на остальных просто рисуем точки. А теперь все это вырезаем.
Ну а маленький квадрат, который мы поделили на два треугольника, режем вот по этой диагонали. Ну а дальше дело техники. Сгибаем два треугольника назад. И соединяем наш квадрат. И у нас получается занимательная оптическая иллюзия. Надеюсь, мои советы помогут вам хорошо и весело провести один из дождливых вечеров. Ну что ж, создавайте вот такую вот магию. Я действительно смотрела, у меня просто открылся рот, и я думала, вау, как это возможно, друзья. Ну что, прямо сейчас у нас на связи не только Максим со своими магическими вещами, но еще и Николай Захарченко. Коль, привет! Йоу! Как дела у тебя? Всем привет! Йоу, ты все-таки... Ты в Black Star зашел? Ты продолжаешь молодиться. Все, видите, я постирал футболку. Не до конца, видимо, все стиралось. Все нормально. Все постепенно будет, все постепенно, да. Хотел сказать, Коля, ты потрескался. Николай, ты собрался на карнавал, признайся честно. Конечно, я обожаю карнавалы. Не был ни разу, но думаю, что люблю. Но люблю. А что бы ты взял с собой на карнавал? Так, ну, во-первых, эту, как оно, с перьями, как у Киркорова, штуку. И Киркорова вместе с ней? Без. Не борщите, давайте, что-то будет. У человека много денег, нормально так гульнули бы. Нет, все, я чисто сам хочу. Что-нибудь еще? Так, а карнавал он какой? Типа, ну, то есть, как в Рио такой? Типа, тут бразильский? Да, давай, бразильский карнавал. Так, я бы взял с собой паспорт. Паспорт? И загранпаспорт? Загранпаспорт. Даже не пускают без паспорта. Да, и меня ни один карнавал без паспорта не пускают. Говорят, ну что это такое? Опять не взял. Да. А еще, так... мне кажется, ты бы взял веселые твиты, развлекал бы людей. Да. Там же скучно на карнавале. Обычно на карнавале грустно, ведь, да, согласен. И тут врывается Николай. А вы знали? Знаете, что, да. Ну что, готовы? Мы всегда готовы. Готов ли ты? Да, сначала легкий каламбур, поэтому официант, позовите администратора. Администратор, да, что вы хотели, чтобы официант позвал администратора? Пара-пара-пам! Это из Crazy Menu, знаете? Да, это из Crazy Menu. Так, что такое crazy меню? Это когда можно за какие-то деньги разбить что-то. То есть, нет, ну как... не только разбить, это то, что не это входит. Это бокс? Пригласить официанта на медленный танец, снять кого-то со смены, допустим, или в ресторанах каких-то еще, ну, поменять официанта, что-то такое, это, короче, можно заплатить. А, когда... а мы можем ввести... спел тебе песню. Мы можем на девятка ТВ ввести crazy меню? Например, снять Алену на день с эфиров, со всех, чтобы она отдохнула. Это crazy меню? Это отпуск. Это суббота. То не каждая. Поехали дальше. Так, следующее. Кот – это социально приемлемый бомж. Пам-пам. Если задуматься о его технических функциях, какие кот вообще делает, то, в принципе, они одинаковые. Кого-то осенило 28 февраля 2019 года. Да, может и такое быть. Николай, вы глубоко копаете. Я, знаете, искал, чтобы было прикольно все, да. И нашел социально приемлемого бомжа в виде кота. Да, да. Так, ну что? Ну что, давай дальше. Чтобы роботы полностью заменили программистов, клиентам нужно научиться четко и понятно формулировать задачи. Мы в безопасности. Потому что такого никогда не будет. Такого никогда не будет, поэтому это для всех, кто занимается дизайном, какими-то... Пока в России остается ЕГЭ... Возможно, да. Возможно, мы в безопасности. Мы в безопасности. Как только мы вернемся к советской модели образования, все встанет на свои места, и роботы поработят этот мир. Следующее... Я сейчас такой призываю, да, к этому делу? Давайте. Ну-ка, я против ЕГЭ. Нет, на самом деле, у меня есть голосовой помощник дома, колонка с голосовым помощником, и я каждый раз благодарю ее за любую информацию, потому что я воспитан на фильме «Терминатор», и, ну, думаю, что в случае чего она за меня заступится. Я думаю, что... Или, возможно, она тебя поработит. Она, может быть, маленькими шажочками, своими словечками приближает к порабощению тебя. Возможно, возможно. Надо задуматься, кстати. Хорошо, следующее, мое любимое. Самое смешное после увольнения, когда компания выставляет твою вакансию на сайт, и ты такой, так вот какие у меня были обязанности. Вот это очень смешно, вот это правильно. Да, я один раз так столкнулся с такой штукой где-то лет 5-6 назад, и такой типа, так вот кем я работал. Вот. Блин, прикольно. Я бы еще, вот я бы как раз, то есть, а ты такой подумал, вот какие у меня были обязанности, я бы написал в
комментариях. Можно? Там есть комментарии? Есть, когда... конечно. Вот. Да. Вот в комментариях я бы написал, ах, вот какие у меня были обязанности. Ребят, можно нельзя, позвонить, работать. Спасибо. Надо было спать. Так, следующий, тоже классный. Я смотрел мультсериал про феечек Винкс. Так. Дело в том, что у меня есть младшая сестра, за которой нужно было приглядывать круглыми сутками. Все, что она делала, это смотрела этот мультик, потому что ей приходилось. Когда у тебя есть старший брат? Я как-то залип на мультик, то есть к нам приехали, ну, то есть приехали какие-то родственники, и там был маленький ребенок, которому я включил фиксиков, и который сидел их смотрел. А я собирался в это время на какую-то встречу, вот, собирался и залип, и посмотрел 6 серий подряд, в одной, вот в такой позиции. Не, у меня такая же ситуация бывает, я бывает, вот если я в что-то залипну, то пиши пропала работа, я приду сонный, вот с такими вот мешками, поэтому я не рискую смотреть что-то новое. Главное, чтобы это были не феи Винкс, Максим. Почему нет? Есть еще радужный пони. А есть Леди Баг, нет. А Барбоскины как? Барбоскины, да, Маша и Медведь, потрясающе. Новый сезон, кстати, вышел, если что, можете смотреть. Зачем ты это сказал мне сейчас? Вот, а вы Смешариков не смотрите еще, да? Вон. Кажется, так. Вам пора детей, ребят. Нет, причем есть Смешарики, а есть Малышарики еще. О, нет, я настолько глубоко не копаю, Макс, это такой. Ладно, следующий, давайте. Имел. Кто последний в травмпункт? Травмпункт. Я, а передо мной вон та женщина, все в более красном платье. Ну, такое немножечко темноватенький. Это зло. Да, но зато прикольно. Сразу, следующий, давайте. Это сразу будет болт, 100%. Классно. Придет веганский волчок и укусит кабачок. Ох. Веганский волчок. Это бедный волк. Это изгой человек в волчьей среде. Мне кажется, просто соединили какое-то модное слово и смешное слово кабачок, и получилось великолепно. Волчок, кабачок. Кабачком. Да, я считаю, что это прям татуировки можно делать. Я ненавижу кабачки, ну честно. Только оладьи из кабачков всегда вкусные. Ну, я волчок, вот веганский, только в одном случае, когда есть оладушки из кабачка. Последний, но очень жизненный. Каждый должен себя узнать. У каждого в жизни должен быть человек, которому можно сказать в пол второго ночи, а давай закажем пожрать. А он ответит, а давай. И неважно, если этот человек, ты сам. Вот я здесь полностью согласен. У меня такие рецидивы случаются каждые 3 дня. Причем я живу не один, и она об этом не знает. Я по ночам заказываю себе еду и ем. Я надеюсь, что она сейчас это не смотрит, потому что она начнет понимать, куда же уходит наш семейный бюджет. Нет, я правда бывало ночью заказывал себе еду. Самое главное, что ты договариваешься сам с собой, а не со своим бывшим. Вот это важно, ребята. Знаете почему? Я со своим бывшим никогда не договариваюсь. Я тоже это решил делать. Мы этого не понимаем. С бывшими отношениями, с бывшей девушкой, что так делать не нужно. Кстати, спасибо большое, Коля, потому что я постепенно подвожу к следующей рубрике. Вот как все связано. Вот это я пригодился, конечно. Между прочим, это будет то, почему нам нужно срочно рвать с прошлыми отношениями, которых уже, к сожалению, не воскресить. Всем доброго времени суток. Сегодня мы поговорим с вами о том, как открыться новым отношениям. Часто ко мне приходят девочки и жалуются на свое одиночество уже длительное время, не могут построить нормально отношения, то есть отношения начинаются и потом как-то резко непонятно заканчиваются. Что делать в такой ситуации? Каждый человек должен понимать, чтобы вступить в новые, качественные, счастливые отношения, нужно целиком и полностью отпустить все старые отношения, то есть и зайти в новый жизненный этап абсолютно чистым. Очень крутая игра у нас есть еще с самого детства. Займи стульчик. Когда под музыку дети бегают вот вокруг стульчика, и резко все садятся, когда музычка прекращается. И кто-то остается без стульчика. И выбывает. Соответственно, что происходит в нашей жизни? Мы точно так же бегаем, прыгаем, бегаем, прыгаем. Чем-то занимаем стульчик, который рядом с нами. То есть, например, стульчик, на котором должен сидеть мужчина. Единственное неповторимое в нашей жизни. Но там лежит какой-то предмет от прошлых отношений, и мы тщательно бережем и лелеем, там пыль с него стираем, и при этом ревем и плачем, что вокруг вроде как ходят мужчины, но они сесть на стульчик не могут, потому что там занято. Там предмет лежит какой-то, который принадлежит прошлому. Соответственно, энергетика сохраняется прошлого человека. И мы живем прошлым, когда нужно жить настоящим, и мы из настоящего будем выстраивать свое будущее.
Что нужно сделать? Нужно с этого стульчика убрать этот предмет, освободить место. То есть освободиться от старого и освободиться от прошлого, посмотреть без страха в свое будущее. Это процесс перехода из одного состояния в другое. Вот чего боятся люди, а не пресловутого одиночества. Они просто боятся перейти из одного состояния, привычного состояния, якобы комфортного, в новое состояние. Они боятся новизны, люди. Соответственно, при освобождении места рядом с собой тут же занимается новым человеком. Чтобы убрать предмет, нужно сначала понять, что это, какое это воспоминание, какая эмоция. Может быть, боль, может быть, обида, может быть, ненависть, злость, может быть, наоборот, там, слезы какие-то. Во-первых, убрать из квартиры все предметы, которые ассоциируются с прошлыми отношениями, прямо в коробочку собрать и куда-нибудь с глаз долой. Во-вторых, понять, что это за эмоция, которая вас держит. И в-третьих, отпустите, полюбить в первую очередь себя и поблагодарить человека за опыт. И открыться новым отношениям. Понятно, что будет какой-то период времени, потому что мирозданию нужно вам подобрать соответствующих кандидатов. То есть это мы камень в воду кидаем и пошли круги по воде. Так вот, они разошлись, но нужно время, чтобы они сошлись назад. Мы открыты, мы хотим, мы привлекаем к себе позитивную энергию, тем самым мы эту энергию можем подарить своему близкому человеку. Потому что энергия любви, она вокруг нас, и мы к ней прикасаемся. Оставайтесь в гармонии с собой, любите друг друга. До новых встреч! Прямо сейчас на ваших экранах звучит музыкальная композиция от дуэта «Рио». Поехали! Мы исполним нашу авторскую песню с Александром. Песня называется «Домик в центре города Володарского труда». Давайте послушаем. В нашем ветхом старом доме нету никакой броской красоты. Одиноко домик смотрит серый непокой городской зимы. Домик в центре города Володарского труда. Все-то детство здесь прошло. И в беспечном беге дней где-то там пацан Андрей мне смеется сквозь стекло. Разъехались соседи с тех былых времен, жизни не узнать. Новомодных пластиковых и импортных окон устаю считать. А вдоль улицы подряд дома барские стоят горделиво и тесно. И мне хочется опять в детство голое сбежать в черно-белое кино. Туда, где тихо и светло, где ночь полна дурманом сна, где школьный двор, цветущий сад, где я дурливый дню любому рад. Мой бывалый гость, душу успокой. Что это? Кто эти лица? Откуда эта злость? В дом селились мой. Домик в центре города Володарского труда. Это детство вот здесь прошло. Неуклюже он присел, безнадежно постарел. Но я так люблю его все равно. Люблю его все равно, люблю его. Аплодисменты, друзья. Уверена, что вы заиграли тоже.
уже аплодируете. Ну что, пришло время подвести итоги. У нас есть сегодня подарок. Скажите, пожалуйста, какой комментарий, какой вопрос вам запал в душу? Мы сейчас обсуждали за кулисами, и Саша сказал, что есть один комментарий. Так, какой? Александр? Анастасия Пермидова, вот я не очень помню там, но... Да, дуэт-трио самый классный. Что-то зацепило так, лестно было очень. Хорошо, ну что, Анастасия Пермидова сегодня получает от нас подарок. Сразу после эфира расскажем, как его забрать. Но у нас сегодня в гостях был дуэт-трио. Ищите их на улицах города и слушайте хорошую музыку. Всем хорошего вечера и пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!